Теперь о текущей ситуации с коронавирусом в республике. За минувшие сутки 3 человека скончались с диагнозом COVID-19. Общее число умерших достигло 147. Всего в регионе больных коронавирусом 15 362 человека. 14 523 выздоровели. Специалисты напоминают об обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции в местах массового скопления людей. Как соблюдают правила, мониторят сотрудники Роспотребнадзора. Сегодня специалисты побывали в торговых центрах Владикавказа. В рейд отправился и Георгий Запаров. Дезамедом раз, два, три, четыре, пять, шесть раз в день уборка проводится. В крупных торговых точках Владикавказа всегда многолюдно. Сотрудники Роспотребнадзора ежедневно выходят в рейды. Проверяют, как соблюдают санитарные меры в магазинах, кинотеатрах и детских развлекательных центрах. График уборок, термометрия, обработка рук, регулярная дезинфекция помещений. Здесь у специалистов замечаний нет. Есть у нас все необходимое, да, дезинфекторы на каждом аттракционе перед тем, как туда заходят. Мы проверяем температуру. Меры не ослаблены даже, учитывая эпидобстановку, которая пошла, слава богу, на поправку. Тем не менее, мы продолжаем соблюдать все необходимое. Персонал правила строго соблюдает, а вот посетители не всегда. Нарушителям выносят предупреждение. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц наказание куда строже. Есть список, который должен соблюдаться, санитарно-эпидемиологические требования, согласно постановлению главного санитарного врача. Из этого списка есть пункты. Если эти пункты не соблюдаются, тогда, конечно же, мы заводим дело. Индивидуальный предприниматель от 50 до 150 тысяч, и ООО от 200 до 500 тысяч. Коронавирус немного отступил, но масочный режим в республике никто не отменял. Специалисты рекомендуют гражданам не расслабляться и соблюдать меры безопасности. Георгий Запаров, Алан Суанов, Новости Осетии.